Коллеги, еще раз доброе утро. Добро пожаловать в Калина. Меня зовут Марина. Я являюсь руководителем отдела продаж стран СНГ отеля Калина. Я, прежде чем начну свою краткую презентацию, сегодня я вам хочу и рассказать об отеле, и о новинках, которые будут в этом году, в 2023 году на летний сезон. Но прежде чем я начну свой рассказ, я бы хотела, чтобы вы посмотрели видео о нашем отеле. Красоту мы вас пригласили, хоть пока офлайн, но всех вас мы будем рады ждать в нашем отеле, как на инспекцию, так и на отдых. Итак, отель Калинан. Уважаемые коллеги, я думаю, что многие из вас его видели. Я уверена, что все из вас слышали про этот отель, потому что это одна из самых ярких новинок прошлого года. 26 июня 2022 года мы открыли наши двери для наших первых гостей. Калинан. Почему Калинан? Откуда идет название? Вы знаете, наверное, что это один из самых дорогих чистых алмазов, которые были найдены в Африканской Республике. И именно с этим алмазом мы наше название мы приблизили к этому алмазу, потому что на данный момент на Анталийском побережье это самый шикарный, самый инстаграмный, самый модный отель на Анталийском побережье. Итак, огромную территорию занимает наш отель, невероятное расположение
нашего отеля состоит в том, что вдоль всего отеля проходят шикарные гольф-поля. На данный момент наши поля входят в десятку лучших европейских гольф-полей, и максимально близко расположены они к морю. Поэтому, играя в гольф, гости могут любоваться красотой нашего Средиземного моря. На данный момент Каллинан, он является самым близким по масштабам таким огромным отелем, но, тем не менее, к морю всего лишь 150 метров отделяет береговую линию и главный корпус. 600 номеров всего в нашем отеле. Мы предлагаем невероятное количество типов номеров, около 18 номеров. То есть то, что хочет ваш гость, мы можем предложить любое расположение. Это одноместный номер, это двухэтажные номера, это фэмили номера, номера с бассейнами, которые предлагаются как в главном корпусе, так и в дополнительных корпусах, и, конечно же, виллы. Я немножечко хочу вас перенести непосредственно детально ознакомить с отелем, потому что я уверена, что есть агентства, которые, может быть, еще не доехали к нам, поэтому бронируя наш отель, чтобы у вас не было вопросов или в чем-то у вас не было недосказанности, да, или неверной информации. Итак, минимальная категория расположения в нашем отеле – это superior номер. И только superior номера гости могут приобрести с видом. То есть это может быть гольф-вид или непосредственно sea view. Все остальные категории номеров, в зависимости от загрузки отеля, предоставляется тот или иной вид. Но хочу отметить, что отель настолько грамотно спроектирован, что 75% номеров, они имеют частичный вид на море. Также возвращаясь к планировке отеля, наш отель планировался и разрабатывался проект итальянским архитектором, поэтому, как видите, в номерах очень много таких спокойных тонов непосредственно в отделке самого отеля, только натуральные камни и натуральное дерево мы использовали в строительстве нашего отеля, только такие мягкая цветовая гамма, зеленая олива, бронза, коричневые оттенки преобладают в наших номерах. Во всех номерах, начиная с Superior и заканчивая виллами, мы предоставляем душевые кабинки, ванных у нас нет. Все, например, гардеробные, они очень продуманно также сделаны, чтобы не занимать место непосредственно номера. Мы устроили гардероб в ванную комнату. Все дополнительные места, как вы видите на изображении, кроме твин или френч кровати, мы предлагаем еще диваны. То есть дополнительные все места у нас решение выполнено таким образом. Все эти диваны – это не просто диван, они все имеют анатомическое строение, то есть на максимально длинный отпуск гости смогут комфортно расположиться. Они раскрываются, и получается полноценная односпальная кровать, даже размеры больше немножечко односпальных кроватей. Если мы говорим о фэмили номере, да, что он у себя представляет? Фэмили номер, гости заходят, общий коридор и две комнаты. Одна комната – это спальная комната, другая комната – это салон. В некоторых номерах есть двери, но они не отличаются. То есть в ценовой политике вы не сможете их найти, поэтому если есть гости, которые хотят именно фэмили номер с отдельной дверью, вы можете написать заметки, делая брони. Конечно, не поймите неправильно, но в высокий сезон стопроцентную гарантию я давать не могу, но тем не менее все заметки будут сделаны, и максимально, чтобы ваши гости остались довольны, мы сделаем все возможное. В каждой из комнат есть, опять-таки, душевая кабинка, санузел для комфорта гостей. Как видите, здесь также в салоне во второй комнате диван, он раскладывается, и получаются полноценные спальные места. Как я уже говорила, в главном корпусе очень много номеров, которые имеют прямой выход на бассейн. То есть это огромный комфорт, огромное удобство как в летнее время, так и в зимний отдых, например. Вы знаете, наверное, что Каллинан, он открыт 12 месяцев, поэтому в зимний период мы максимально
продумали, что да, мы должны гостю предложить в зимний отдых. Это должна быть альтернатива морю, поэтому 120 категорий номеров в главном корпусе, они имеют прямой выход со своего номера, и все номера подогреваются. В зимний период 28 градусов температура воды, начиная со второй недели октября и заканчивая где-то серединой мая, в зависимости от погодных условий, мы подогреваем бассейны. Вот такой вот шикарный Family Duplex Swim-Up номер, как вы видите сейчас на изображении. На первом этаже опять-таки диван, спальные места, санузел и душевая. На втором этаже по лестнице полноценно уже спальная комната и также душевая и санузел. Кроме главного корпуса, мы еще предлагаем очень такие интересные и особенно в летний период очень популярные категории номеров, как лагун номера. Это дополнительные корпуса лагун бич свимап и лагун гольф свимап. Также они могут продаваться как семейные номера, то есть family лагун family бич свимап или лагун family гольф свимап. Что они из себя представляют? Если это просто одинарный, да, номер лагун бич свимап, это большая комната, 52 квадратных метра, это, конечно же, душевая и санузел, и прямой выход на бассейн. Этим бассейном другие гости отеля не могут пользоваться, это непосредственно для гостей, которые проживают в лагун бич свимапах. Также хочу такую маленькую деталь для вас рассказать, чтобы вы понимали, кому можно советовать, кому можно продавать эти номера. Если мы говорим о лагун бич свимапе, эти номера расположены, как я говорю, прямо в самом центре, в самом сердце нашего отеля. Что это значит? Они расположены по дороге на пляж, то есть близко к аквапарку, к мини-клубу, ко всем а-ля-карт ресторанам, но эти номера, как по мне, они подходят больше для взрослых семей со взрослыми детками или семейным или парам без детей. Почему? Потому что все равно здесь более такая активная жизнь. Если у ваших гостей нет привязанности к обеденному сну, вы можете спокойно продавать эти номера. Вот такой вот шикарный у них бассейн, шикарная своя терраса, как видите, все из дерева. На карте при заезде, как такой вот вдоль стоят вот в рядочек все номера, это лагун гольф свимапы. Все они выходят на гольф-поля, на искусственное озеро. Это лагун гольф свимап. Как вы видите, они немножечко отдалены от главного корпуса и непосредственно от пляжа, но здесь очень много преимуществ. Во-первых, если ваш гость желает убежать от суеты, от шума большого города, эти номера максимально подойдут вашим гостям. Все они имеют шикарный вид на гольф-поля. Это такая спокойная атмосфера, умиротворенность. Только камерность мы предлагаем вашим гостям. Здесь у них также выход на бассейны. Здесь есть непосредственно ресторан, где гости только лагун гольф номеров и вилл. Они могут пользоваться этим рестораном на завтрак, обед. Все остальные гости могут за дополнительную плату воспользоваться этим рестораном. Кроме того, на все номера, начиная из Superior, заканчивая виллами, есть гест-ассистенты, да, также на эти номера. Поэтому любой запрос гостей, любая потребность гости могут написать. Также, например, гости этих номеров, лагун гольфов, они могут написать гест-ассистенту своему, что мы готовы, например, к 10 часам. К 10 часам багги будет ждать гостей у входа в их номер и сможет отвезти или в главный корпус, или к, непосредственно на пляж. Вообще багги без записи guest assistant, каждые 15 минут багги курсируют по всему отелю. Дальше, виллы. Уважаемые коллеги, я ваши вопросы все вижу. После своей презентации я отвечу на все ваши вопросы. Если мы говорим о VIP-размещении, да, о максимальном подходе, детальном подходе к каждому гостю, конечно же, это виллы. В этом году, может, некоторые из вас видели, мы встречаем наших гостей по-особому в аэропорту, то есть встречает наш батлер, но делая ваши брони,
вы должны указать, что трансфер пускай будет от отеля, да, чтобы мы, когда запрашиваем у оператора, чтобы мы получили четкий ответ. Если мы встречаем, на Мерседесах, Вита автомобилях все 2022 года выпуска машины, мы встречаем уже наш батлер, который будет ответственен за ваших гостей на протяжении всего отдыха, с легкими напитками, закусками, для детишек маленькие подарочки, и в течение всей дороги до отеля гость может перекусить, выпить как соки, так и прохладительные напитки прямо непосредственно в аэропорту. Вот такой вот сервис мы предоставляем для гостей наших вилл. Всего две категории вилл у нас есть, эксклюзив и Калинан, 10 вилл, поэтому они быстро заполняются. На первом этаже американская кухня и зал, на втором этаже выведены все спальные комнаты. Эксклюзив вилла – 3 спальные комнаты, Калинан вилла – 4 спальные комнаты. Если же мы говорим о бесплатных услугах, это все, что для других гостей является платным, для гостей вилл бесплатно. То есть а-ля-карт рестораны все бесплатные, кабаны на пляже или на пирсе гость может выбрать бесплатно, трансфер бесплатно, при проживании от 7 ночей и более стирка и глажка вещей бесплатно, turn-down сервис. Гости вилл, они могут заказать завтрак, обед, ужин непосредственно на виллу к себе. 24 часа батлер-сервис индивидуальный бесплатный, поэтому... Если мы говорим о виллах, это максимальный комфорт, максимальное внимание вашим гостям. Если мы говорим о а-ля-карт ресторанах, да, только главный ресторан у нас работает как открытый буфет, то есть под стеклом находится вся еда, и гости выбирают, и уже наши повара обслуживают гостей. Почему под стеклом? Это не из-за ковида, мы решили, что непосредственно... ресторан выглядит чище, аккуратнее и гигиеничнее, если будет таким образом происходить обслуживание. Есть посадочные места как внутри, так и непосредственно снаружи, то есть можно завтракать, обедать или ужинать и наблюдать красоту гольф-полей. Кроме того, есть ресторан, который работает 24 часа 7 дней в неделю. Это наш бистро-ресторан, который находится в лобби непосредственно. У гостей нет привязанности к закрытию, открытию главного ресторана. В течение 24 часов по меню, по а-ля-карт-системе гость может заказать себе покушать. И а-ля-карт-рестораны. Это, например, сейчас вы видите Саппоро индийской кухни а-ля-карт-ресторан. Он является платным, то есть все а-ля-карт-рестораны у нас являются платными. Грубо говоря, мы берем плату за резервацию, а по меню уже гости могут заказывать все бесплатно. Саппоро-ресторан индийской кухни, повторюсь, он работает в вечернее время, в дневное время он также открыт, но тематика у него итальянская кухня. Если мы говорим хасыр, это турецкая кухня в вечернее время, дневное время, это также мясная направленность. Биф-гриль ресторан наш, а-ля-карт ресторан, один из самых дорогих ресторанов нашего отеля. Азиатский ресторан. Ямас – это греческая кухня. Здесь кроме шикарной кухни гости смогут еще развлечься мини-анимационной программой, то есть танцы сертаки, битье тарелочек. Все здесь мы предлагаем нашим гостям. Галапагос Бич Бар. Ну, я уверена, что об этом баре вы многие слышали, я думаю, что многие в Инстаграме видели, потому что это самое тусовочное инстаграмное место нашего отеля. Подобию нет на данный момент на Анталийском побережье, потому что он сочел в себе смешение нескольких культур. Это африканско-марокканский стиль. Здесь, как вы видите, скелет черепахи, здесь проходят все вечерние мероприятия. Здесь находится двухметровая ликийская женщина. С 16:30 каждый день живые диджей-выступления. И потом после вечерней шоу-программы с 22:30 до 2 часов ночи здесь проходят каждый день различные диджей-тематические вечеринки. Хочу отметить, что на данный момент мы являемся самым... стильным и самым продуманным, самым интересным отелем с концептом именно
для взрослой жизни, для ночной жизни. Это не просто дискотеки, это вечерние крутые шоу с прекрасными костюмами, с танцами, каждый день разными, которые мы представляем для ваших гостей. Конечно же, когда гости и мамы, и папы отдыхают, да, должен быть очень сильный именно детский концепт. Мы это все продумали. Рядышком с Галапагосом, пока мама, папа отдыхают, мы предложили нашим гостям такой концепт мини-клуба, называется у нас «Укупа». С 2 лет дети могут посещать мини-клуб без родителей. Работает он с 10 утра до 2 часов ночи. Здесь, конечно же, вся программа по возрасту. Есть даже комнаты для сна и отдыха для совсем маленьких и для детишек от 3 до 5 лет. В этом году 35 человек обслуживающего персонала работают только в мини-клубе. Это русский язык, английский, немецкий, турецкий. И здесь, кроме комнат поделок, есть лего-комнаты, есть балетная школа для девочек. В этом году профессиональный педагог по балету работает с нашими девочками, научит азам танца. Есть песочная комната, батут для ребят. Также есть ресторан, где ребенка смогут накормить завтраком, обедом, ужином. Для подростков есть абсолютно отдельный вход, подростковый клуб с 13 до 16 лет. То, что интересно этой группе детей, все-таки скажем, да, то есть это курсы граффити, это курсы по приготовлению коктейлей, курсы диджеев. То, что интересно этому возрасту, мы представляем в нашем клубе. Аквапарк – это один из также очень важных точек нашего отеля, потому что много детских и взрослых горок он собрал в себя. Очень удобное расположение, близко к морю, близко к ресторанам. Хочу отметить, что с октября 2023 года аквапарк будет подогреваться. Вот такая вот территория. Как видите, отель занимает большую территорию, но все очень компактно расположено. Мамочкам с детьми не нужно бегать по всей территории, чтобы, например, покормить ребенка или отвезти в мини-клуб. Все очень близко, продумано и компактно. Бассейны. Азур пул – это релакс пул. В зимнее время он также подогревается. Это бассейн бесконечности. Как видите, вдоль наших гольф-полей проходит этот бассейн. Закрытый бассейн, он также подогревается. Пол, хочу отметить, он также идет с подогревом. И очень большие потолки, то есть гость, находясь в открытом бассейне, у него нет такого чувства, что вот стены, да, к нему находят очень высокие потолки. Это создает такой очень релакс и свободное размещение. Это наш открытый бассейн подогреваемый, который прилегает к спа-центру. Ночной клуб «Карат», он работает только в зимний период, это альтернатива «Галапагос» нашему бич-бару, потому что в зимний период достаточно холодно в «Галапагосе», и все тематические вечеринки, они проходят в нашем ночном клубе. Есть огромный амфитеатр, конечно же, каждый день, вот я вам говорила, что в «Галапагосе» с 22:30, да, начинается тусовочная жизнь для взрослых. Здесь анимационная программа, все шоу у нас приглашенные коллективы профессиональные, высокого уровня. Также хочу отметить, мы работаем не сами, создаем программу, мы работаем еще с агентством, которое непосредственно для нас, для Калинан, подбирает свою шоу-программу вечернюю. Если мы говорим о гейм-центре, конечно же, он у нас есть, он очень крут, и боулинг, и различные автоматы, это все является бесплатно для детей. Пляж, его я также хочу отметить, потому что это одна из также важных очень точек для выбора отеля. Мы занимаем огромную территорию, 800 метров наша береговая линия. Как видите, пляж делится на 3 зоны. Это непосредственно газон, да, то есть зеленая трава. Вторая средняя линия – это белый ненагревающийся песочек. И третья линия, где вход в море – это уже анталийский песок. Хочу отметить, что возле каждого шезлонга расположен QR-код система, то есть гость, считывая этот QR-код, может ознакомиться с концептом отеля, заказать непосредственно, сделать заказ напитков через телефон –
Есть два огромных пирса. Один пирс, который вы сейчас видите, он является бесплатным. Внутри пирса находится бар для комфорта гостей. Этот пирс с павильонами, вот, который вы сейчас видите, он является платным. Почему? Потому что в течение всего дня идет, проходит обслуживание индивидуальное гостя, все напитки, еда, то, что входит в концепт, гостю непосредственно обслуживается непосредственно в павильон. Спа-центр, он разработан по последним технологиям, есть бассейны для ножек с различной температурой, паровые, сауны. Также у нас есть два входа в спа. Один является бесплатным для всех гостей, другой вход является платным. И, например, ту сторону, платную спа, гость может забронировать только, например, для своей компании или для своей семьи. Другие гости туда не смогут заходить. Огромный тренажерный зал. Мы живем в современном мире, да, и спорт занимает одну из важных частей нашей жизни. Здесь огромный зал. На данный момент в Белеке самый большой. Техноджим, итальянская марка. И хочу отметить, что здесь все окна могут подниматься, и гость может заниматься спортом, грубо говоря, на открытом воздухе. Уважаемые коллеги, это наш телеграм-канал. Будьте добры, пожалуйста, отсканируйте для себя, сделайте фотографию, подключитесь, потому что здесь вся очень важная информация и об отеле, последние новинки вы можете узнать, концертную программу, ознакомиться с бонусной программой. Да, хочу отметить, вот сейчас мы переходим с вами на яркие моменты лета в стиле 2023 года. Здесь то, что самое последнее, мы подготовили для вас, для ваших гостей, я расскажу, но чтобы не отходить, не забыть про вопросы наших коллег. А-ля-карт рестораны платят. Гость платит фиксированную плату, начиная от 30 евро и заканчивая 60 евро. Это самый наш дорогой биф-ресторан. И уже по меню гость все заказывает. Галапагос на вечер, он, в принципе, плюс 16. С детьми туда не приходят. Колясок в Галапагосе в основном нет. Пока родители отдыхают, вашими, точнее, детьми ваших гостей занимаются в нашем мини-клубе. С контактами я в конце презентации обязательно поделюсь. Стоимость павильонов на пирсе от 290 евро до 350, в зависимости от сезона. Гость желает павильон с джакузи или без. Я когда поделюсь вашими контактами, кому нужно будет детальная информация, например, с картой павильонов и с ценовой политикой, я смогу с вами поделиться. Не успели телеграм, тогда возвращаюсь к телеграм, нашему каналу. Guest Assistant в этом году, во-первых, увеличились кадры. На данный момент 50 человек работает Guest Assistant. В зимний период мы не уменьшали количество нашего персонала. То есть на данный момент 1400 человек, точно так же и в зимний период. В зимний период, так как 100% загрузки отеля не было, были проведены тренинги, и наша направленность, главное, всего персонала, чтобы нет, не говорить гостю, нет у нас, нет, буквально попросив 10-15 минут для того, чтобы принести или оказать тот или иной сервис гостю. Да, интернет налажен, интернет был налажен еще до Нового года, то есть гости, которые приезжали уже на праздник Нового года, эту проблему не увидели, мы полностью перепрошили и поменяли оператора. Итак, коллеги, позвольте перейти к ярким моментам этого года, 2023 года. Мы для наших гостей заключили контракты с мишленовскими поварами. Да, в некоторых отелях они также есть, но хочу обратить внимание, что только эти повара, такие как Феликс Лабасса, итальянский шеф-повар, Екатерина Алехина, российский шеф-повар, Тим Гольдстейжен, это непосредственно
голландский шеф-повар и Рубен Арнанс, это Германия. Они заключили контракты только с нами, начиная с 1 мая. Вчера буквально было первое выступление нашего повара. С мая и на весь летний сезон мишленовские шеф-повара будут давать свои выступления, как, да, можно сказать, кулинарное шоу в нашем отеле. По датам вы можете эту информацию узнать на нашем телеграм-канале, даты все есть. Хочу отметить, что у этих мишленовских шеф-поваров не меньше, у каждого из них две звезды. Что касается отдельной программы, которую подготовили только для нас, только для Калинан отеля, я думаю, что все из вас слышали об одном из сенсационных театров Москвы, это Клеев театр, да, вот его хореографы подготовили для нас уникальные два шоу. Одно это Калинан Diamond Show, это непосредственно зарождение истории нашего алмаза, и другой это Калинан Picture Show, то есть на территории нашего Галапагоса они превратят наш бич-бар в съемочную площадку для воссоздания сцен из самых известных культовых фильмов. Хочу отметить, что такой программы нет ни у кого, и до этого режиссеры Клеев театра, они не сотрудничали ни с одним отелем, только в этом году с Калинан мы заключили контракт по этим шоу-программам. Выступление симфонического оркестра Мариинского театра, например, сегодня будет выступление вечером, такую культурную программу мы предлагаем нашим гостям на майские праздники. Все детали видео, например, вы сможете ознакомиться в телеграм-канале. Усовершенствованная концепция напитков премиум-класса и расширенная винная карта. То есть, что это значит? Прежде всего, я хочу отметить, что во всех а-ля-карт ресторанах в этом году, кроме турецкого вина, мы еще предоставляем бесплатно на выбор гостям итальянское, французское вино. Хочу отметить, что на данный момент нет такой услуги ни в одном лакшери отеле Анталийского побережья. Кроме того, в главном ресторане 4 раза в неделю вечером будут такие шоу морепродуктов. То есть что это значит, кроме нам привычных уже, да, это креветок, кальмаров, будут устрицы, черная икра, красная икра, 4 раза в неделю такие невероятные кулинарные шоу будут проходить в нашем а-ля-карт ресторане. Кроме того, с 1 мая встреча Welcome у нас проходит в отеле с шампанским Maët. В а-ля-карт ресторанах также хочу отметить, что, например, только Сан-Пеллегрино и Аквапанна вода предлагается в этом году нашим гостям. Галапагос мы расширили непосредственно танцевальную площадку, то есть вот наше уникальное шоу, Picture Show и зарождение алмаза, да, Diamond Show, они все проходят в Галапагосе на этой сцене. Поэтому Галапагос, мы говорим, что он расширен, и гости смогут более комфортно наслаждаться современными ремиксами и андеграундной музыкой в нашем бич-баре Галапагос. Уважаемые коллеги, для вас вы можете, работая с нами, продавая наш отель, заработать себе бесплатные ночи, проживание в Калинан, которое вы сможете использовать с октября месяца по апрель. Вам нужно зарегистрироваться, опять-таки, наш телеграм-канал. В телеграм-канале вы можете найти ссылочку для регистрации в бонусной системе. Для регистрации вам нужно обязательно заполнить все поля в нашей бонусной системе. Обязательно вам нужно приложить документ, который будет свидетельствовать, что вы являетесь агентом. Его обязательно нужно прикрепить. После этого вы отправляете запрос нам. Обработав ваш запрос, мы отправляем вам код. Введя этот код, вы являетесь членом нашей бонусной системы.
Хочу отметить, единственное, коллеги, что многие были вопросы. Прошлогодние брони или брони, которые были сделаны зимой, к сожалению, мы ввести не можем, вы ввести не можете, мы не можем подтвердить, потому что программа была разработана с 1 апреля, и синхронизировать прошлые брони мы не можем. Поэтому только брони, которые были совершены после 1 апреля. Также в этом году новинки, что во всех номерах, начиная с Superior и заканчивая виллами, мы предоставляем косметику Bulgari, отдельную линейку для мужчин и для женщин. На виллах эксклюзив и на вилле Cullinan фены марки Dyson. Также Apple TV могут запросить Lagoon Duplex номера и виллы. Гранд, дуплексы, лагуны, виллы могут запросить PlayStation для себя. И последнее. Уважаемые коллеги, для вас очень важная информация. С 1 мая, которые брони вы сделали с 1 мая, и при проживании с 1 мая по 31 октября, для категорий номеров, таких как виллы, то есть эксклюзив и Cullinan Villa, Grand Duplex Swimup Suite и Lagoon Duplex, для этих номеров мы предлагаем шикарную возможность на вылете воспользоваться премиум SIP Lounge, как на вылете, так и на прилете. То есть детали я вам сейчас расскажу. Если ваш гость прилетает частным самолетом или чартерным рейсом, мы предлагаем для их комфорта CIP-терминал. То есть, что это значит? Это терминал повышенной комфортности. Он расположен вдали от других терминалов, поэтому гости плотного потока этих туристов они на себе не будут ощущать. Ваших гостей встречают с утра по самолета с семенной табличкой. Трансфер на VIP-автомобиля проходит до CIP-терминала. Гости сами не берут чемоданы, они не проходят сами паспортный контроль. Их чемодан берет носильщик, паспорта их собирают, проходит паспортный, таможенный контроль. Предоставляется гостям горячие, холодные закуски, и гости, минуя все очереди, минуя все гостей, проходят непосредственно, выходят из аэропорта и пользуются трансфером. Хочу напомнить еще раз, что CIP-терминал на прилете и на вылете предоставляется для номеров Exclusive Villa, Cullinan Villa, Grand Duplex Swimup Suite и Lagoon Duplex. Это то, что премиум CIP Lounge. Кроме того, уважаемые коллеги, мы предоставляем услугу Meet and Assist. Хочу отметить, что это не услуга Fast Track, как предлагают другие отели. Meet and Assist – это более усовершенствованная услуга. Она действительно для следующих номеров. Это Family Duplex Swimup, это Family Suite Swimup, Grand Family, Grand Duplex Swimup и все лагуны. То есть Lagoon Golf Swimup, Lagoon Beach Swimup, Lagoon Beach Family Swimup и Lagoon Golf Swimup. Эту информацию, кому нужно будет, я продиктую вам свой мобильный телефон или непосредственно почту. Вы мне можете написать, я вам эту презентацию обратно сброшу. Вот для этих номеров Meet and Assist, что же это такое? Это очень индивидуальная, очень такая тонкая услуга. Опять-таки хочу отметить, что только гости Калина смогут ей воспользоваться. То есть на вылете гости могут не волноваться, что они не успеют, приехав заранее в аэропорт, не успеют зарегистрироваться на рейс, не успеют отдать свой багаж, потому что, приехав в аэропорт, гостя встречает представитель Meet and Assist, забирает чемодан у гостей, проходят в отдельный CIP-вход с гостями, проходят непосредственно представитель Meet and Assist регистрацию на рейс на специальных стойках. Гости не ждет своей очереди. Они проходят через определенную стойку таможен, контроль непосредственно паспортный, непосредственно отдают без очереди свой багаж
И пройдя, опять-таки, без очереди паспортный контроль, гость попадает в CIP-салон. Вот такие уникальные услуги мы предлагаем в этом году для наших дорогих гостей. Уважаемые коллеги, а то, что я хотела с вами поделиться, у меня все. Давайте сейчас пройдем. Прошу прощения, давайте, да, пока я не забыла, продиктую вам свой телефон. Он открыт на WhatsApp. В любое время можете писать, желательно, конечно, в рабочее время. Плюс 9 0 549 453 50 28. Еще раз диктую свой телефон. Плюс 9 0 549 453 50 28. Меня зовут Марина, я являюсь руководителем отдела продаж по странам СНГ. Окей, пишу, верно мне подсказали, свой телефон и мейл. Я также вам указываю свой. Теперь давайте пройдемся с вами по вопросам, да? Напишите сюда номер. Написала. Подключение к непосредственно QR-код. Давайте подключим. Будьте добры, верните нас к презентации, где я могла бы показать QR-код нашим коллегам. Вот он, пожалуйста. Бассейны греются ли бассейны в лагунах? К сожалению, только в лагунах бассейны без подогрева. То есть лагун Beach Swim Up, лагун Golf Swim Up без подогрева. Все остальные категории номеров в главном корпусе, которые имеют окончание Swim Up, они все являются с подогревом. Следующие вопросы. И также в том числе с гостей с детьми. Можно выделить зону в данном... Да, вы правы, нам нужно сделать зону плюс 18. Этот проект есть, и, скорее всего, в зимний период 2023-2024 эта зона будет сделана на пляже. Это сейчас пока проект в разработке, но мы обязательно планируем сделать отдельную зону для взрослых. Можно ли посетить отель в качестве инспекции? Конечно, можно. Вы можете написать мне со своими помощниками, я передам вашу информацию по удобному времени, как вам, так и нам. Вы можете приехать и посмотреть отель. Его обязательно нужно посмотреть, потому что это отель, который стоит внимания, и как изменился он за год, вам нужно увидеть. Следующий. Здравствуйте, какие номера для проживания подойдут для уединенного отдыха парам? Вот я бы посоветовала очень лагун Гольф. Если гость желает отдохнуть от шума, от других гостей, эти номера, они шикарные. Они могут выйти со своей террасы и покупаться в любое время, отдохнуть. Мне кажется, что лучшие номера – это лагун Гольф и мап номера для уединенного отдыха парам. Мама, которая с детьми, любит потусить. Конечно, дети не мешают, да, как бы мамы сами могут контролировать, и каждая мама знает своих детей, кому как будет проще. Какие привилегии существуют для туристов, которые разместятся в лагун Гольф Family Swim Up? Лагун Гольф Swim Up, прежде, еще раз давайте повторим, это отдельный ресторан на завтрак, на обед. Для лагун Гольф Swim Up на вылете Meet and Assist, уникальный сервис, то есть ваши гости, они не ждут очередей, они не проходят сами ни паспортный, ни таможенный контроль. Все делает за них представитель аэропорта, он проводит гостей без очереди, берет у гостей багаж, гости сами не ставят даже на ленту, проводит без очереди гостей непосредственно до CIP-терминала. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Аквапарк. Греется ли аквапарк? Как я уже ранее сказала, аквапарк на данный момент в мае он не греется, но с октября месяца 2023 года, то есть этого года, аквапарк будет подогреваться. Про трансфер от отеля.
Нет, трансфер от отеля входит только для бесплатно для номеров категории вилл. То есть это эксклюзив вилла и Калинан вилла. К сожалению, 30 марта брони мы не можем подтверждать в нашей бонусной системе. Коллеги, есть еще вопросы? Буду рада ответить. К сожалению, мартовские, февральские брони мы не можем учитывать в нашей бонусной системе. Да, про золотой кофе. Также одна из таких очень стильных, вкусных штучек нашего отеля. В нашей кондитерской гости могут попробовать невероятно как вкусный, так и полезный золотой кофе, холодный кофе, который 24 часа готовят. Он потихонечку стекает по специальным аппаратам вместе с золотом, подается гостям. 24 часа нужно для того, чтобы предоставить и приготовить этот кофе. Гости могут попробовать его в нашей кондитерской. Расскажите, пожалуйста, про лаунж, который можно ожидать после выселения из номера. Лаунж-зона расположена у нас в отеле на первом этаже. Огромный зал, где есть диванчики, гости могут прилечь, отдохнуть. Также есть душевые кабинки, после моря гость может спокойно принять душ, фены, то есть высушить волосы, переодеться. Есть кофемашинка, легкие закусочки. То есть очень комфортно, в спокойной зоне расположен. Поэтому, в принципе, late check-out гостям не стоит платить, а можно воспользоваться очень комфортным, удобным лаунжем, который расположен непосредственно в отеле. Именно на этих местах вебинаре. Про бонусную систему. Как я уже сказала, вы, зайдя на наш телеграм-канал, указан адрес для регистрации в бонусной системе. В бонусной системе вам нужно заполнить все детали. Каждое поле на русском языке, вы, перейдя, выбрав язык, пошагово вам объяснится, расскажется, как нужно регистрироваться. То есть каждое поле вы заполняете, вы обязательно вам нужно прикрепить документ, свидетельствующий, что вы являетесь агентом. Это не визитная карточка, а непосредственно лицензию или документ, который показывает, что вы платите налоги. Его прикрепите нам, отправляете свой запрос, мы его обрабатываем, и ответ на ваш mail приходит код из четырех цифр. Вы вводите этот код и являетесь уже участником бонусной системы. Ваши все брони нужно вводить до заезда ваших гостей вместе с ваучером. А уже подтверждаем мы вашу бронь после того, как гость выехал из нашего отеля. Заявки за бронирование нет, к сожалению, не смогут, только с 1 мая, потому что у нас есть контракт с аэропортом, с EIP-терминалом, поэтому в своем контракте они указали только с 1 мая. И хочу отметить, что проживание должно быть не менее 7 дней, как на SIP Lounge, так и на Meet and Assist. ИНН организации подойдет как документ. Вам огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашей презентации. Вам хорошего сезона. Желаю вам побольше благодарных гостей. Спасибо большое.